Знаете ли вы, что компания Tesla уже более 20 лет занимается выпуском электромобилей? Известно ли вам, что электрокары Tesla считаются самыми прорывными и инновационными моделями электрокаров в мире? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как основатель SpaceX Илон Маск стал не только финансовым, но и идейным вдохновителем Tesla, превратив ее в лучшую компанию по производству лучших автомобилей, работающих на электричестве. А также получите подробное описание всех моделей Tesla, представленных на рынке, и узнаете о том, какую новинку презентует компания в 2025 году. Основатели Tesla, Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг, понимали, что создание новой автомобильной компании – это задача не из легких. Однако, чем больше они изучали отрасль, тем яснее становилось, что крупные автопроизводители больше не создают автомобили самостоятельно. В июле 2003 года в Северной Калифорнии была основана компания Tesla. С самого начала основатели рассматривали Илона Маска как потенциального инвестора. К маю 2006 года компания создала первый инженерный прототип Roadster – черную версию под названием EP1. А уже в июле того же года Tesla представила миру свои планы, продемонстрировав красный прототип EP2. Оба автомобиля были показаны на мероприятии в Санта-Кларе и вызвали большой интерес у прессы. Двухместный кабриолет Roadster поразил всех своими характеристиками. Он разгонялся до 100 км в час за 4 секунды. Это было впечатляющее достижение для молодой компании. После успешного представления Roadster компания Tesla не остановилась на достигнутом. В 2012 году был представлен седан Model S, который получил признание экспертов и потребителей. Он был удостоен награды Consumer Reports как «лучший автомобиль в целом» и звания «лучшего автомобиля года» по версии Motor Trend. В 2015 году Tesla выпустила внедорожник Model X, который стал первым внедорожником, получившим 5 звезд за безопасность в каждой категории и подкатегории в тестах Национального управления безопасностью движения на трассах. Это стало еще одним важным достижением для компании. Следующим шагом стало представление в 2017 году модели Model 3, электромобиля массового сегмента с запасом хода более 515 километров, а также Tesla Semi, грузовика, который по расчетам позволил сэкономить владельцам не менее 200 тысяч долларов, за более чем 1,5 миллиона километров только на топливе. 2019 год ознаменовался презентацией Cybertruck, инновационного транспортного средства, более практичного, чем традиционный грузовик, и более мощного, чем спортивный автомобиль. Еще одной новинкой стал компактный внедорожник Model I, поставки которого начались в начале 2020 года. Эти достижения демонстрируют постоянное развитие и инновации Tesla, направленные на создание более эффективных и безопасных транспортных средств. К 2024 году Tesla является ведущей компанией по производству электромобилей с инновационной системой автопилотирования. Tesla Roadster – это первый коммерческий полностью электрический автомобиль, выпущенный компанией Tesla в 2008 году. Он стал важной вехой в истории развития электромобилей и продемонстрировал потенциал экологически чистого транспорта. Основные характеристики Tesla Roadster включают максимальный пробег на одном заряде – 350 км, максимальную скорость – 200 км в час, разгон до 100 км в час за 3,7 секунды. Всего было продано 2450 автомобилей Tesla Roadster. Выпуск первой модели прекратился в 2012 году. Спортивный двухдверный заднеприводный кабриолет Tesla Roadster стал важной вехой в истории развития электромобилей. Однако компания не остановилась на достигнутом и планирует выпуск обновленной версии Tesla Roadster второго поколения. Ожидается, что новый серийный электрокар сможет разгоняться до 400 км в час, а также проезжать без подзарядки около 1000 км. Это сделает его одним из самых быстрых и мощных электромобилей на рынке. Премьера электрокара должна была состояться до конца 2021 года, но проблемы с цепочкой поставок отодвинули выпуск Roadster на 2023 год. Весной того же года Илон Маск объявил, что проектирование и дизайн автомобиля уже почти готовы, а запуск состоится в 2024 году. Однако в сроках произошли новые корректировки. Объявлено, что презентация намечена на конец
2024 года. Предварительная стоимость Tesla Roadster оценивается примерно от 18 до 23 миллионов рублей. Первые покупатели смогут получить свои модели в 2025 году и стать обладателями одного из самых передовых и инновационных электромобилей на рынке. Tesla Model S – это не просто автомобиль, а настоящий прорыв в мире электромобилей. С момента своего выпуска в 2012 году он стал одним из самых передовых и инновационных транспортных средств на рынке. Model S занимает почетное место среди самых быстрых автомобилей, разгоняясь до 100 км в час всего за 2,4 секунды. Это третий результат среди всех серийных автомобилей. В 2013 году Tesla Model S была удостоена престижной награды Motor Trend Car of the Year, что подтверждает ее статус одного из лучших автомобилей на рынке. Основные характеристики Tesla Model S включают: пробег на одном заряде от 560 до 629 км, предел скорости 262 км в час, разгон до 100 км в час за 2,4 секунды, наличие двух моторов мощностью 580 кВт. Tesla Model S доступна в различных версиях, включая пятидверный хэтчбэк на заднем или полном приводе AWD. Эта модель регулярно обновляется, и на ней проводились основные эксперименты с химическим составом аккумуляторов. Модель производится до сих пор, и ее можно приобрести в версиях Long Range и Plaid. Tesla Model X стал настоящей бомбой в мире кроссоверов с момента своего выпуска в 2014 году. В 2017 году Tesla Model X получила провокационную оценку от Forbes, заставляет каждый автомобиль с ДВС на шоссе казаться неуклюжим и неповоротливым пережитком 20 века. Основные характеристики Tesla Model X включают: дальность хода на одном заряде от 490 до 564 км, максимальную скорость 262 км в час, разгон до 100 км в час за 2,7 секунды. Одной из уникальных особенностей Tesla Model X являются моторизированные двери, которые открываются вверх, подобно соколиным крыльям. Это единственная модель Tesla с такой особенностью. Tesla Model X доступна в различных версиях, включая пятидверный полноприводный кроссовер люксового класса. Есть опция установки третьего ряда сидений. Модель регулярно получает усовершенствование аккумулятора и характеристик, как и Model S. Модель производится до сих пор, и ее можно приобрести в версиях Long Range и Plaid. Tesla Model 3 – это автомобиль, наделавший много шума в сегменте доступных электромобилей. С момента своего выпуска в 2017 году он стал одной из самых популярных и востребованных моделей на рынке. Модель 3 поставила рекорд среди всех существующих электромобилей, преодолев отметку в 1 миллион мировых продаж. Основные характеристики Tesla Model 3 включают пробег с полным зарядом от 402 до 518 км, пороговую скорость 260 км в час, разгон до 100 км в час за 3,2 секунды. Tesla Model 3 доступна в различных версиях, включая четырехдверный заднеприводный Standard Range Plus или полноприводный Long Range и Performance Sedan. Модель разработана в качестве экономичного электромобиля массового спроса с самой современной начинкой. В первые 24 часа после выпуска было заказано более 180 тысяч электромобилей на сумму 7,5 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоком спросе на эту модель. Tesla Model Edo – это компактный кроссовер, который был разработан как промежуточный вариант между экономичным седаном Model 3 и люксовым кроссовером Model X. В его салоне много места, и он лучше других моделей подготовлен для зимней эксплуатации. В 2022 году Tesla обновила экстерьер автомобиля и установила новый аккумулятор.
Основные характеристики Tesla Model X включают дальность хода на полном заряде от 370 до 506 км, скорость максимум 249 км в час, разгон до 100 км в час за 3,5 секунды, два мотора мощностью 340 кВт. Tesla Model X доступна в различных версиях, включая пятидверный заднеприводный Standard Range или полноприводный Long Range IVD, Performance IVD, компактный кроссовер. Модель ориентирована на тех покупателей, кто ищет что-то более доступное, чем Model X. Tesla Cybertruck — это мощный электропикап, который был представлен в 2019 году. Он имеет смелый дизайн с угловатыми формами кузова и бронированными стеклами. В ноябре 2023 года Tesla Cybertruck поступил в продажу, а в конце апреля 2024 года компания сообщила об увеличении производства Cybertruck до 1000 штук в неделю. Основные характеристики Tesla Cybertruck включают дальность хода на одном заряде от 400 до 800 км, максимальную скорость от 175 до 210 км в час, разгон до 100 км в час за 2,9 секунды. Tesla Cybertruck доступен в различных версиях, включая легкий четырехдверный заднеприводный в версиях с одним мотором или полноприводный в версиях с двумя и тремя моторами, коммерческий электромобиль многоцелевого использования в кузове большой пикап. Производство Cybertruck оказалось сложным из-за уникальных особенностей проекта, таких как кузов из нержавеющей стали и новые Сорока 8-вольтовые аккумуляторы с элементами 4680. Несмотря на это, Tesla продолжает работать над увеличением объемов производства. Купить новую модель можно на заказ. В 2016 году Tesla представила концепцию своего электрического седельного тягача — Tesla Semi. Этот инновационный грузовик стал настоящим прорывом в мире грузоперевозок, благодаря своей экологичности и эффективности. Tesla Semi обладает впечатляющими характеристиками. Дальность хода на 100% заряде — 805 км. Крейсерская скорость под уклоном 5 градусов — 97 км в час. Разгон до 100 км в час без прицепа. Всего за 5 секунд, сгруженным прицепом за 20 секунд. Финальная версия грузовика Tesla Semi была презентована в 2022 году. Продажи начались с 2023 года. Знакомьтесь, Tesla Semi Home — первый в мире полностью электрический роскошный дом на колесах, который грозит стать самым быстрым электромобилем, способным преодолевать огромные расстояния за небольшое время. Если раньше электромобили едва могли проехать 100 км на одной зарядке, то Tesla Semi может преодолеть уже 800 км, и это вместе с полностью нагруженным полуприцепом. Можно только представить, как далеко он сможет уехать в легкой конфигурации автодома. Tesla Semi Home станет первым в мире роскошным домом на колесах, который работает исключительно на электричестве. Это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, экологичность и современные технологии. Tesla Semi Home, созданный на основе седельного тягача с четырьмя осями сзади, обещает стать одним из самых передовых решений в этой сфере. Запас хода на одной зарядке может достигать 675 км, а максимальная скорость — 160 км в час. Разгон до 100 км в час занимает всего 7,1 секунды. В зависимости от комплектации и цены, автодом может быть оснащен одним или двумя электромоторами. Tesla Semi Home сочетает в себе комфорт, экологичность и современные технологии. Это идеальное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и хочет наслаждаться поездками без ущерба для окружающей среды. Компания Tesla является самой передовой в том, что касается быстрых скоростей без ущерба для экологии. И хотя в 2024 году купить электрокар Tesla может не каждый, все говорит о том, что за ним будущее,
и оно приближается к нам семимильными шагами. Друзья, у меня также есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании.